Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Владимир, и сегодня у нас особенная распаковка. Особенная она у нас, потому что наконец-то пришел мне штатив. Сколько я мучился без штатива, пришел мне штатив, точнее даже не штатив, а стойка. И пришло еще всякие, пришли причиндалы для съемки. Значит, эта распаковка будет именно об устройствах для съемки. Давайте с чего-нибудь начнем. Давайте начнем вот с этого пакета. Вот этот пакет, оценен он в 2,80. Шел 22 дня. Здесь, по-моему, крепление, универсальное крепление на присоске. По-моему, должно быть оно. Да. Именно так. Здесь вот такое вот крепление. На присосочке можно куда-нибудь прикрепить, и вот такая вот можно прикручивать сразу камеру, фотоаппарат, есть вот такая вот резьба, то есть можно сразу прикрутить и будет держаться. А есть вот такое вот еще приблуда для экшен камеры, то есть крепление для экшен камеры, наклоняется в разные стороны, здесь и присасывается. То есть раз закрепили, будет держаться на стекло, допустим, в машине, еще куда-нибудь, на какой-нибудь. Вот такая вот присоска. Это у нас раз. Второе, давайте идем дальше. Вторая посылочка. Шла 22 дня, оценена в $2. Давайте скрываем ее. У нас здесь вот такие вот 5 штук. 5 штук, все тут пусто. 5 штук вот таких вот креплений, зажимов для телефона. Потому что я уже 2 сломал. Ломаются они почему-то быстро у меня. То ли я неаккуратно, то ли телефон большой. Вот 5 штучек вот таких вот креплений решил взять, чтобы сразу наверняка, чтобы не бегать, не искать. Вот 5 штук вот таких креплений. Значит, крепления, едем дальше. Дальше у нас посылка шла 24 дня, оценена она в 2 доллара. Здесь у нас вот такая вот головка. А вот такая вот головка, я объясню сейчас для чего. Для этого нам надо открыть вот эту вот большую посылку. Посылка большая, шла она 26 дней, оценена на $15. Трек номер отслеживался, давайте вскроем. Вот такой вот пакетик. В пакетике такая изрядно помятая коробочка. И в этой коробочке у нас вот такая вот стойка. Сейчас я вам ее постараюсь показать полностью, но давайте начнем вот с этого. Вот здесь вот есть вот такой вот винтик. На него мы будем и крепить вот эту вот стоечку. Вот так вот. Вот она. И потом сюда уже мы закрепим вот этот зажим для телефона. Вот так вот. Вот. И получился у меня штатив. То есть штатив, который я могу выдвинуть, если я не ошибаюсь, по-моему, на 2,70. Такая вот получилась стоечка. Теперь будет удобнее снимать, теперь можно будет снимать интересней. И еще купил пару вот таких светильничков. Светильнички диодные, 10-ваттные. Купил их 2. Буду пробовать мудрить с освещением. Буду улучшать освещение, пробовать что-то делать отражатели. Буду делать освещение, улучшать качество контента.
Так что подписывайтесь на канал. Наконец-то мы перешагнули в рубеж 500 подписчиков. Дальше 1000 подписчиков, будут 1000 подписчиков. Начну устраивать конкурсы после 1000 подписчиков. Так что оставайтесь на канале, зовите друзей, присоединяйтесь к каналу. Заходите на страницу ВК, там тоже много интересного. Ну а пока, всем пока, спасибо за просмотры. Увидимся в следующих видео.